специальное предложение сегодняшнего дня, именно этого часа, именно чехол на диван. И называется он «Домашний винтаж». Преобразите свой интерьер и сделайте это со вкусом. Успевайте забрать чехол «Домашний винтаж» со скидкой 58%. И вы получаете с максимальной экономией, которая действует только сейчас, на чехол на диван «Домашний винтаж». Эксперт телеканала «Шоп-энд-шоу», дизайнер интерьеров Юлия Колосова даст сегодня нам советы и подсказки. Оленька, самая главная подсказка – чехлы нужны всем, потому что у кого-то мебель немножко поистесалась и испортилась, тогда мы, конечно, даем ей новую жизнь. Mm-hmm. Если мебель новая, то ее нужно защитить, тогда мы экономим, спасаем наш семейный бюджет. А если мы хотим дать акцент в интерьер, мы тоже это можем сделать с помощью чехлов. Два цвета, тем более, что у нас Обратите есть. Обратите внимание, у нас есть коричневый цвет, бордовый цвет на экранах, и сразу даю вам подсказку. Вы можете заказать чехол на диван «Домашний винтаж» за 1 999 рублей, скидка 58%. Добавьте чехол на кресло, он стоит всего 999 рублей. В таком случае вы получаете дополнительную скидку в 600 рублей. А значит, чехол на диван плюс чехол на кресло вам достанутся не за 2998 рублей, а за 2398 рублей. Экономия ощутима. Делайте заказы, успевайте сделать свою первую покупку на телеканале «Шоп-энд-шоу». Юля, сразу вопрос. У всех диваны разные. Конечно. И кресла разные. Абсолютно. Как нам убедиться, что наш чехол на диван точно подойдет? Он подойдет на мебель с подлокотниками. А какой формы и конфигурации будет ваша мебель, не имеет значения. Посмотрите на экран. Кресло из одного гарнитура, диван из другого. Ваша ситуация, вы ее узнаете? Хотите сделать интерьер гармоничным? Да. Надевайте чехлы. Благо у нас, наше прекрасное специальное предложение, а к нему мы можем подобрать и чехол на кресло. И вот он, гармоничный интерьер. Вы объединили, получили, по сути, Оль, новую мебель по цене 2-3 метров ткани. Ну вот прекрасно. Недавно, кстати, была в гостях у наших друзей. Ага. Ты знаешь, самое интересное, ребенку 2,5 года. Это все время руки. То в пластилины, то в краске, то в сладости. Испачкали новую мебель. Очень жалко. Теперь чистка, это дорого. Скажи, это же хорошее решение. Это замечательное решение. Старую мебель превратить в новую. Новую мебель защитить от пыли, повреждений, от шерсти животных. А перетяжка мебели стоит существенно. Это мастера надо вызывать, это ткань надо подбирать. А здесь такой прекрасный, замечательный прием. Быстрый и выгодный. Давайте посмотрим на экран. Мастер вызвать 1000 рублей. На трехместный диван сделать перетяжечку от 11 200. Итого мы получаем какую стоимость, Оля? Боже, кошмар! Более 12 000 рублей. Вы только представьте, это еще зависеть будет от стоимости метра ткани. Зачем переплачивать, когда вы буквально за мгновение надеваете на свой старенький диван или наоборот на новый совершенно, чтобы защитить чехол на диван «Домашний винтаж». Скидка 58%. У нас осталось 2 цвета на выбор. Только коричневый цвет, который сейчас вы видите на экране, и только бордо. 2 варианта цвета чехлов на диван «Домашний винтаж» есть у нас в наличии только 1 час. Только в этом эфире у нас действует это предложение. Дозвонитесь. Юль, я хотела тебя спросить по поводу ткани. И это, конечно же, вопрос от многих наших телезрителей. Каким образом этот чехол садится на разные размеры дивана? Да, причем растягивается от 1,5-спального до евростандарта. Потому что прекрасная наша ткань имеет, посмотрите, вот такую 4-мерную эластичность. Я сейчас растягиваю в разных направлениях. Это велюр на трикотажной основе, даже жаккардовый велюр, потому что это вывязанный, сплетенный узор. И что мы получаем? Идеальную посадку на любую конфигурацию мебели, на диван от 1,5 до 3-местного, от 1,5 метров до 2, то есть до евростандарта. Замечательно. Сама по себе ткань, посмотрите, какой красивый велюр, шикарный узор, цветок граната. Он не только красив, не только эластичен, это еще очень прочное полотно. Шикарно, вы только полюбуйтесь на эту особенную ткань, она еще и объемная, приятная на ощупь. Все звонки бесплатные, чехол «Домашний винтаж» вы получаете всего за 1999 рублей. Добавьте в цвете бордо, либо в цвете коричневом, у нас цвет в цвет, есть расцветки чехлов на кресло. Чехол на кресло стоит 999 рублей при покупке чехла на диван
и чехла на кресло будет скидка 600 рублей. Дополнительная выгода. Присоединяйтесь к нашему телеканалу, плюс фиксированная цена доставки 199 рублей. Юль, по поводу того, что эта ткань эластичная, да. Давай покажем, что она хорошо тянется, потому что многие говорят, у меня диван трехместный. Точно подойдет. Вот давай покажем. Да, это у нас взяли, чехол на это кресло. Это чехол на кресло, да. Просто хочется показать вам эластичность. То есть она в разных направлениях тянется, видите? Поэтому хорошую посадку дают, какая бы форма мебели ни была. А по размеру, еще раз, да, диванчик у нас с вами идет от полутора до трех местного дивана. Ну что ж, давайте дальше смотреть. Да. Олечка, все-таки чехол выполняет защитную функцию. Да. И очень важно, из какой ткани выполнен этот чехол. Да. Она должна надежно защищать от пыли, повреждений, поэтому у нее хорошая плотность. И даже если у вас есть животные, зацепить они не смогут ваш чехол. Даже если кошки и собачки. Даже если ваш дорогой племянник взял у бабушки спицу и сделал вот так. Часто такое бывает, это моя жизненная история была, поэтому я привожу ее в пример. Смотрите, испортить совершенно невозможно. То есть механическим повреждениям не подвержен. Что я еще отметила как эксперт? Я растягиваю и нет белесости. То есть ткань у нас плотная. Конечно, это тоже очень важно. Пыль, повреждения, шерсть животных не проникнут на вашу мебель, она останется чистой. Итак, внимание, посмотрите на экран, как выглядит ваша мебель. Может быть, уже где-то потрепанная обивка или наоборот, очень новая и жалко ее. Закажите чехлы, чехол на диван сегодня стоит всего 1999 Прекрасно. Рублей. Посмотрите, как закрывает. Знаешь, мне что нравится, Юля, он даже закрывает ножки полностью. Вы представляете, как это здорово? Конечно, здорово, потому что ножки бывают иногда потертые, да, некрасивые, а такой шикарной юбочкой, еще и с контрольной лентой, да, по периметру-то она дает нам юбку, это как раз еще фиксирует. Да. Мы закрываем все в пол. А как мы будем ухаживать? А мы будем стирать машинки на 30 градусов, гладить не будем, сохнет быстро, отстирывается легко, даже от жировых загрязнений. Итак, внимание, этот цвет называется коричневый, есть еще цвет бордо, торопитесь сделать покупки, заказывайте, цена всего 1999 рублей. Добавьте чехол на кресло, получите скидку в 600 рублей, преображайте свой дом. Пусть в вашем доме будет уютно, красиво, и при этом вы не тратите больших денег. Спешите делать покупки, действует акция только в этом эфире.